Привет, зрители! Сегодня с вами Hyundai Palisade. Самый большой автомобиль от этой компании на нашем рынке. Огромный универсал кроссовер. Замена минивену. Полноценная 8 мест целых для всей семьи подойдет. Зимой мы гоняли на версии V6, а это дизель. Замечу, что моя задача рассказать про все версии, а не только про одну. Поэтому, друзья, все возможные варианты рассматриваю, чтобы у вас была полная информация о том, какой автомобиль выбрать для себя, ну или, по крайней мере, познать его и оценить, на что способен турбодизель от Hyundai. Запускаем. Оживает турбодизелек. Тут интересно то, что, да, перед тем, как, конечно, начать движение, с нами Road Guide Detect. Это символ разгона, возможность безопасно и быстро ездить по нашим дорогам. Это прекрасное устройство, которое и от засад спасет, да, и проинформирует вас про то, что самые разные типы камер ему подвластны. От GPS, что здесь удивительно, есть GPS, соответственно, датчик, позволяющий по базе работать, выявлять среднюю скорость, например. Ну и активная часть тоже присутствует, все типы камер ловят и на дисплей OLED выводит. Так что четкое устройство, по ссылке в описании, друзья, выбирайте и перемещайтесь быстро, но без штрафов, по своему разумению. Ну а мы вперед. Итак, дизель D2.2. Тут, кстати, интересно, в рестайле Санта-Фе уже ставят иную разработку с преселективом. Ну а здесь классика, 8 передач, автомат. Ровно та версия, которая на Санта-Фе уже бывала в моих разгонах. И я тут ожидал, что чудес не случится. Ну, Palisade, машины, хотя, кстати, не то чтобы тяжелые, вроде бы огромный автомобиль, 5-метровый, да. Но по паспорту даже меньше 2 тонн весит, что удивительно, да, ну и 200 сил, ну, около десятки едет, по паспорту 205, в принципе, как Санта-Фе, чуть-чуть Санта должна быть побыстрее, чуть она, чуть полегче, но случилось удивительное, что вы, конечно, сейчас увидите, да, по рейс-лоджику, но разгон сначала бытовой, с одной педали, как там посмотреть, выходит из зоны холостых оборотов, как двигается, как всегда, друзья, для вас специально стараюсь, чтобы во всех режимах автомобиль представляли, как он работает. Смотрю, проверяю, чтобы никого не было. Видите, озеленилось все, хорошо стало, прекрасно. Ох, чудесно. Ну и да, видите, камеры по-прежнему бдят. Да? Вот так. Даже растительность не страшна. Все равно око снимает, но Road Guide бдит и нам про все это говорит. Ну а я готов к разгону, я готов нажать педаль и посмотреть, на что способен Palisade. Огромный кроссовер для всей семьи. Ну, можно сказать, что это супер семейный автомобиль, способный на то, чтобы перевести всю вашу семью от собаки до, что называется, прадедов, если они у вас, конечно, есть. Ну, а я готов стартовать. Климат включен, режим умный смарт и педаль в пол. Напольная педаль газа, кстати, интересно, без кикдауна, что удивительно. Стартую. Видите, как немножко промедление и вперед. Весело отщелкиваются передачи, плавно, быстро. Кореец умеет настраивать трансмиссию. И все, мы уже достигаем предельной скорости, которая нам интересна. 100 км в час. Почему сотни именно? Потому что, друзья, это тот параметр, который указывает ТТХ, и его грех не замерить. Грех не узнать эту самую динамику разгона. Что получилось? Бытовой разгон у вас в правом углу с одной педали. Да, мы видели, пока турбо не заработает, плавно двигатель работает тогда с промедлением. Потом как выходит на буст и пошло. За 400 момент, да, у дизеля это прекрасно. И что удивительно, не бытовой разгон, да, он достаточно быстро, думаешь, хорошо едет. Двигатель не орет, передачи переключаются плавно, но уверен, это вы сейчас видели. Думаешь, норм. Но динамика оказалась лучше. Сложек говорит, да, 9,8. Быстрее Санта-Фе. Почему так? Вот вопрос. Вроде бы лето, вроде бы, ну, не то чтобы жарко, аж 21 градус, но все равно. Должно быть не так быстро.
но выехал из паспортной машины. Видимо, раскатилось, 16 тысяч пробег у этого экземпляра, похоже, да. Обрел он свою свободу и быстрее паспорта шпарит со своим турбодизельком. Поэтому могу смело рекомендовать, что интересно, дешевле в аналогичных версиях, чем V6. Ну, V6 существенно быстрее, да, там, около 8 секунд разгон. Здесь же, да, здесь около 10. Но большинству, как известно, 10 это та самая градация, где уже машина быстра для большинства. И большинству 100% будет хорошо, будет комфортно. Плюс еще крутить мотор не надо. Буст да, с 1500 уже доступен. Что называется, турбина помогает. Ну а так, Палисад на летней резине, конечно, машина прям вот чувствуется, что это, по сути, легковой универсал. Большой, огромный универсал, который как раз для того, чтобы максимальное количество ваших родственников перевозить, соответственно. Вот прям чувствуется. Не автомобиль для того, чтобы по оффроуду гонять. 100% вот прям совсем. Совсем Палисаду это прям не свойственно. Легковушка. Вот легко, полноприводная легковушка, большая, огромная замена минивэна. Вот я так позиционирую автомобиль, по крайней мере для себя, это уж точно. Смотрите обязательно трассовое видео. Ну а мы здесь динамику подценили, неожиданно дизелек себя проявил прям с лучшей стороны. Вроде бы не такой объемный, но турбина свое дело знает и момент дает тягу, да. На удивление. Хорошо и уверенно тянет. На этом с вами прощаюсь. Выбирайте себе мотор по душе. Ну, а я буду дальше продолжать двигаться, рассказывать вам про самые разные версии автомобилей. Задача рассказать про все, что существует на нашем рынке. Ну, в силу, конечно, своих возможностей. Поддерживайте комментариями, лайками. И до новых встреч. Пока.